Как говорил классик, в человеке все должно быть прекрасно. И лицо, и одежда, и душа, и мысли. Этой знаменитой цитатой в полной мере можно охарактеризовать самое стильное событие нашего района – фестиваль «Мода и музыка». Ежегодное мероприятие проводится в рамках празднования Дня пожилого человека. Их оптимизму можно позавидовать, их жизненной стойкости тоже можно позавидовать, и их здоровью мы тоже можем позавидовать, и так как они относятся к своему здоровью. Они совершенно верно, они знают, они ценят совершенно, у них совершенно другие материальные ценности, нам у них нужно учиться и учиться. Существует большое разнообразие стилей – повседневный, деловой, спортивный, авангардный или этнический. Главный принцип при создании каждой коллекции – нет слепому следованию моде, да оригинальному творчеству и национальным традициям. Что такое мода 21 века? Любой современный дизайнер, отвечая на этот вопрос, будет утверждать, что это не только способ коммуникации, но и средство самовыражения. Ведь на сегодняшний день важен не только фасон платья, но и идею, которую оно в себе несет. При создании коллекции стиляги пенсионеры из Голицына и Старого Городка использовали простую формулу. Новое – это хорошо забытое старое. Стилистике одноименной советской субкультуре свойственна экстравагантность, эклектичность и подражание западной моде 40-х-60-х годов. Это им делать очень нравится. Вообще-то положительный заряд энергии, смотрите, какие они красивые, никогда не скажешь, что они соответствуют своему, так скажем, биологическому возрасту. Эффектный выход – авангард от модных одинцовских пенсионеров. Никаких ограничений, свобода творчества и самые смелые образы – главный девиз этого коллектива. Каждый продумал до мелочей не только детали своей эксклюзивной коллекции, но и эффектный выход на сцену. Выступления делились по стилям и национальному колориту. Коллаж культур со всех уголков мира. Японские, узбекские и цыганские танцы не оставили зрителей равнодушными. Стиль этого свободолюбивого народа пронизан страстью и богатством красок, поэтому является излюбленным у многих дизайнеров. Самое главное в человеке – это его активность, да, потому что когда человек активен, когда он хочет жить, когда ему интересно жить, с ним интересно общаться, и он живет долго, счастливо, и качество жизни его, конечно, увеличивается. Мода – вещь стремительная и переменчивая. Следовать за ней очень непросто. И когда видишь людей в преклонном возрасте, с удовольствием участвующих в дефиле, начинает казаться, что не им нужно следовать моде, а моде догонять их. Екатерина Старосветская, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».